дальних странах подолгу бывал, тот разлуку с землей родимой познал, и с людьми, что с тобой на земле той живут, их исконно по-русски с любовью зовут. Их исконно по-русски с любовью зовут. Земляки, это слово наполнено силой земли. Земляки, тем, что добрые руки построить смогли. Земляки, земляки, земляки. Земляки, те, кто радость и горе разделит с тобой. Земляки, кто к плечу рядом станет невзгоде любой. Земляки, земляки, земляки. Которая помогает пролову Александру Михайловичу заводу ССК. И большую благодарность хочу выразить от лица своего коллектива, сделали такой прекрасный подарок Александру Михайловичу. Дай Бог, чтобы такие люди больше были у нас на Городецкой земле, потому что, вы знаете, все соревнования проходят не за счет людей, не за мэров, не за глав администрации, которые сегодня сидят в креслах, а вот именно за таких людей, которые производники, которые помогают развитию олимпийского вида спорта, бокс и другим, видам спорта, которые у нас функционируют на нашей Городецкой земле. Поэтому я говорю все своими словами, все прекрасно понимают, друзья. Я поздравляю с юбилеем этот завод, и дай Бог этому заводу процветания, новых заказов, новых работников, и чтобы у нас в казне, конечно, было больше налогов, и эти налоги уходили туда, куда надо. Большое спасибо еще раз с праздником. Александр Михайлович, от лица Федерации бокса, от нас вот такой скромный подарок. Спасибо. Будешь счастлив увидеть посланцев земли вместе с ними. Потому что в моем трудовом стаже 14 лет металлургического завода, и вполне я понимаю вашу дисциплину, понимаю ваши заботы и понимаю, чем вы живете. Ну, с кем мы не знакомы, глава администрации Городецкого муниципального района Беспалов Владимир. И мне очень приятно сегодня поздравить коллектив судостроительной корпорации с вашим замечательным юбилеем, со столетием, за 100 лет, которые работает ваша компания. Я уверен, было много всего. Было много испытаний, было вызовов, которые на протяжении и на рубеже Советского Союза, России современной. Было много вызовов, было много таких моментов, когда вашему коллективу было нелегко. Но мне очень приятно сегодня сознавать, что ваше предприятие в структуре экономики Городецкого района занимает очень значительное место, и мы радуемся каждому вашему заказу, каждой вашей победе. Буквально недавно мы были на закладке корабля для военно-морского флота. Мы были горды тем, что Городецкая земля и наши люди могут сделать такое изделие, такие корабли, которые действительно будут защищать нашу Родину, как недавно было сказано, и не только Родину. Нам очень приятно. И я хотел бы сказать, что кто хоть раз в дальних странах подолгу бывал, разлуку с землей родимой познал, и с людьми, что с тобой на земле той живут, их исконно по-русски с любовью зовут. Их исконно по-русски с любовью зовут. Земляки, это слово напомнит.
земляки, тем, что добрые руки построить смогли. Земляки, 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 те, кто радость и горе разделит с тобой. Земляки, кто к плечу рядом станет невзгоде любой. Земляки, земляки, земляки. Нет на свете такого нигде уголка, где б не встретил родные глаза земляка. Доставали тебя из летящих лавин, согревали, когда оставался один. Согревали, когда оставался один. Земляки, это слово наполнено силой земли. Земляки, тем, что добрые руки построить смогли. Земляки, земляки, земляки. Те, кто радость и горе разделит с тобой. Земляки, кто к плечу рядом станет невзгоде любой. Земляки, земляки, земляки. И всегда в неизведанной звездной дали будешь счастлив увидеть посланцев земли. Вместе с ними пройдешь ты дорогой любой, все миры согревая своей добротой. Все миры согревая своей добротой. Земляки, это слово наполнено силой земли. Земляки, тем, что добрые руки построить смогли. Земляки, 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 те, кто радость и горе разделит с тобой. Земляки, кто к плечу рядом станет невзгоде любой. Земляки, земляки, земляки.